будет в нас. And we will do this meditation that is very strong effect to connect you with yourself, like to integrate you with yourself. И сегодня мы будем выполнять медитацию, которая обладает очень мощным эффектом. Она связывает вас с вами самими, с вашей сутью. And it is based on the integration of the sun and the moon energy. И она основана на слиянии энергии Солнца и Луны. Like first integrates your body. И сначала она включает ваше тело. And it integrates the body with the mind. И соединяет его с умом. And then it puts you in a complete different part of where you recognize yourself. И затем она приводит вас в то состояние, когда вы можете узнать самих себя. Then we will do a technique that forces you to just be in relation with yourself. И затем мы выполним технику, которая поможет вам установить связь с самим собой. And, because the moon, during this time of the moon, which will last many hours more, you can let go a lot of things you don't use, but you can also focus on something intense that you need to modify and happen. Это время, этот период лунный, который происходит сейчас и продлится еще много часов, можно использовать для того, чтобы отпустить ненужные тенденции, но и также можно сфокусироваться на том, что вы хотите модифицировать в своей жизни и выполнить определенный шаг в этом смысле. The moon is shapes, forms, manifestation. Happens. Sorry, I didn't understand. The moon is of all also shapes and forms and manifestation. Mm-hmm. Луна помогает проявить и сформировать то, что нужно сделать, то, что нужно сформировать. It has this tremendous power, as you can feel today, to support the creativity, because it also allows the light of the sun to happen, to reflect. Луна обладает невероятной силой. Возможно, вы почувствовали эту мощь в течение сегодняшнего дня. Она обладает невероятной творческой энергией, и Луна способна отражать свет Солнца. Right. So let's begin. Итак, давайте начнем. I recommend that with your intention, your intent, you can have something that's clear for you that you need to manifest. And then we use the energy to push us to more to that point. Я предлагаю вам создать намерение для сегодняшней практики. И такое намерение связанное с тем, что вы что-то хотите проявить в своей жизни, что-то реализовать. So let's say it can be something you want to realize, but it's difficult for you to go to that point. Например, вы хотите что-то проявить в своей жизни, но вам трудно достичь этого было до этого момента. Okay, have that clear in you, and we will meditate. Проясните это намерение внутри себя, и мы будем медитировать. So you have your thumbs and you put them on the highest part of your cheekbone under it. И большие пальцы положите под скулы в самой высокой их точке. These are your cheekbones. You go on the highest point of the cheekbones under it. Прощупайте, где находится самая выдающаяся точка скул, и большие пальцы в этом месте под скулы поставьте. И примените некоторое давление, надавливайте пальцы вверх. И
И при помощи остальных пальцев создайте вот такую дугу. Смотрите через руки. Elbows are relaxed. Локти расслаблены. Don't do this. You have your head up. Пожалуйста, не наклоняйте голову, держите ее прямо. Then you close your eyes. Закройте глаза. And we will chant with this chant, yes? И мы будем чантить вместе с проигрываемой музыкой. Хорошо, сделайте вдох. Let go of the hands, exhale, shaking. Выдохните и расслабьте руки, потрясите ими. When I play the music, you can still hear me somehow, Daria? One time you said something I didn't hear. Okay.
Okay, so I'll just put the music a little lower when I say something. Thank you. Then now put your, because we cannot have a break in between, we will continue right away. Друзья, у нас не будет перерывов, мы будем делать одну крию за другой. Put your pink with your thumb and the other three fingers straight. Соедините мизинец с большим пальцем, остальные выпрямлены. And you put it in the middle of your head, all three fingers. Все три пальца в центре лба. Okay, now close your eyes and deeply meditate and listen to the mantra. Закройте глаза, медитируйте глубоко и слушайте мантру. Sense how this integrates your physical body with your mind. As if you can feel each part of your brain, what they're doing. И чувствуете, осознаваете свой мозг, свое физическое тело. В этой медитации вы можете наблюдать каждую отдельную часть мозга и как они проявляются. Дышите медленно и глубоко. Если у вас получается одноминутное дыхание, тогда соответственно со звуком дышите 20 секунд вдох, задержка и 20 секунд выдох. Если это не получается, дышите свободно. Yogi Bhajan explains you don't have to do anything. See how deep the effect is possible. Yogi Bhajan объясняет, что в этой медитации вам ничего не нужно делать, просто наблюдайте за тем, как она влияет на вас. अब जन ऊपर को न पुकारे अब जन ऊपर को न पुकारे आने को जा उजान करिता Oh
Сделайте вдох. Exhale, lower your hands. Выдохните, опустите руки. Now make fists very strong from your hands. Зажмите руки в кулаки очень плотно. And you're doing while you're sitting archer pose. So you to the right. И в положении сидя сделайте позу стрелка, руки направлены вправо. And it's 7 long minutes, but what you do during the 7 minutes is you make your posture stronger and stronger and stronger, like tighter. Это будет 7 долгих минут, и в течение всего этого времени вам нужно держать позицию очень сильно и напрягать руки все сильнее и сильнее. Make sure, for instance, that the right arm is not bent. Yeah? Убедитесь, что... Sorry, make sure that it's, that... Not... That it's straight. Yeah. Убедитесь в том, что ваша правая рука прямая на протяжении всей, всего процесса. I will start the timer and I will keep on explaining some things. Я поставила таймер и буду продолжать объяснять вам. Yes. This posture took a very long time for saints to realize the posture of the archer while you are sitting, because it produces a very on a very deep level, a change in a person. Mm-hmm. Эта поза производит очень мощное изменение на человека, который ее выполняет. Because the effect was so strong
They kept it very safe somewhere hidden, the scriptures of this. И святые, которые практиковали эту позу, долгое время держали ее в тайне, потому что эффект был очень мощным. So make your posture stronger and stronger, as if you are pulling something towards yourself. Удерживайте положение и удерживайте руки все сильнее и сильнее, как будто бы вы что-то притягиваете к себе. And have clear your intent and observe what happens in your system. Проясните свое намерение внутри себя и наблюдайте, что происходит внутри вашей системы. Слушайте и наблюдайте. Удерживайте эту позу очень крепко. Держите поту и руки, кулаки все сильнее и сильнее. Продолжайте, всего 4 минуты осталось. Продолжайте напрягать себя в этой позе. Bye.
Вдох. Exhale. Выдох. Let the posture go. Расслабьте тело. Maybe you can speak a little louder, Daria, because I almost don't hear you. Okay, I will. Yeah, thank you. Okay. Then the last part of this journey, of this meditation, is that you take your left hand and grab your right shoulder. И последняя часть этой медитации, этого пути, вы получите. Положите правую руку на левое плечо. And with the right arm over it, grab the left shoulder. And really you have to grab the shoulder. А, простите, сказала неверно. Левая рука на правом плече, правая рука на левом плече сверху. И вам нужно действительно хорошо захватить руками плечи. Make sure you don't grab the neck or somewhere. It's really the shoulder blades. No, this part, not here. Обратите внимание, в каком месте вам нужно захватить плечи. And keep the spine absolutely straight and relax the rest. Only keep squeezing your shoulders. Позвоночник прямой, а остальное тело расслаблено. И хорошо захватите, сожмите свои плечи. And the whole part of this meditation, you keep on tightening the grip on your own shoulders. You're just squeezing yourself in a hug. И в течение всей медитации вам нужно плотно захватить свои плечи и сжимать себя в объятиях. And then we will chant this mantra of the Meraman Loche, and you will use the navel to chant. Мы будем чантить мантру Мераман Лоче, и вам нужно использовать пупочный центр во время чанта. You have to tell yourself to pull yourself through. You have to? Tell yourself to pull yourself through. Don't give up. И вам нужно пройти через этот процесс до конца. Пожалуйста, не сдавайтесь. Sing from the navel point, not with the lungs and the lips. Пойте из пупочного центра, не легкими, не губами, из пупочного центра. Vila kari chatri kini ai Kari kana ute shantna ave Darshana sa Vyana jyo Если вы не знаете слов мантры, то пытайтесь повторять за мной. Гурдаршан Санта Пиарджио Адсач Чугадасач Тебесач Нанека Посидесач Tera Musuhava Jiyo Sahesh Numbani
Продолжайте сжимать свои плечи. Such
нами кого себе сочь. Гарахина мирте такали чуга хота, Нкада мирие париату тварабанта, Охира навия обери праве, Вилеке гур тарваре чио, Gole Gio, Gole Gumai, Issa Che Gur Tarvare Gio, Adsa, Chugasa, Tebesa, Nani Kukosi Desa, Sant Vilaya Paravavina Se Karne Paya Se Kare Patsasana Vituriha Janana Kadase Tumare Jiyo Kogole Jiyo. Сжимайте плечи очень крепко. Вам нужно обнять себя, сжать себя. Mere madoche gurdar shantai Bilakari chatri kiniyai Karikanaute shantnave Gurdar shantai Piyare jiyo Gole Jiyo, Gole Bhuvai Gurdarshan Santa, Piyare Jiyo Adasaj, Jugadasaj Tebesaj, Nanika Vosivesaj Tera Mukh Suhava Jiyo Sahesh Tumbani Chirho Adeke Sari Rupani Tansu Dejaha Tuvasya Mere Sajami Murare Jiyo Gole ho, gole gumai, Ursa janamite, murare jiyo, Adasaj, jugadasaj, Tevesaj, nanika hosi besaj. Garehina milte takali juga hota Unkada milie pariyatu tarabanta Mohira nabiya verinave Vileke gur tarvare jiyo Gole Jiyo, Gole Gumai,
Isachegur tarvare jio Adasa, chidasa Kedesa, chaniko posi desa Koadure sant vilaya maravina se carne paia se care pazza sana vitureha janana kadase tu mare dio Gole Dio, gole Bumai, Janana Kedase, Tumai Dio, Adasa, Chidadasa, Kedesa, Naniko Vosvi Desa, Последняя минута. Хорошенько нажмите. Мере малоте гурдаре шарнатай Дилакари чатрики ниай Тариканауте Shantnave, Darshana Santa, Piyare Jiyo, Gole Jiyo, Gole Bhuvai, Gurdarshana Santa, Piyare Jiyo, Вдох. Squeeze your shoulder, squeeze yourself. Сожмите плечи, сожмите себя хорошенько. Exhale, let go. Выдох. Расслабьтесь. Shake out your body. Take a moment, 1 minute break. Растрясите свое тело, и мы сделаем перерыв 1 минуту. What a beautiful experience, yes? Прекрасный опыт, не так ли? Yes, if you want to run to the bathroom, you're in your house, so we can take just 1 minute break. Если вам нужно сходить в туалет, вы можете сделать это, но всего 1 минута у вас есть. Okay, let's continue. Давайте продолжим. Now for the second part, we will go to anything that produced a crisis in ourselves. One more time, please. In this second part, we will do this method that pulls us through, like breaks whatever produces a crisis in us. Okay, I see. Во второй части нашего занятия мы будем использовать метод, который помогает нам преодолеть те тенденции, которые провоцируют кризисы в нашей жизни. And that is nice with the moon energy, because the moon wants to
manifest very strongly tonight. И поскольку энергия Луны проявляется очень мощно сегодня, мы можем воспользоваться ею, чтобы усилить эффект от нашей практики. Левую руку положите туда, где вы чувствуете, что находится ваше сердце. You must not think physically where is your heart. You must, when you use your hands, you must feel your heart chakra. Where is your heart chakra? There you put your left hand. И в данном случае вам нужно ориентироваться не на то, где физически находится ваше сердце. Вам нужно рукой почувствовать, где ваш сердечный центр, где ваша сердечная чакра, и туда положить левую руку. Sometimes women, because of the breast, they feel they don't feel the heart, and they go up high, and that's not where your heart is, and your heart center is. Случается, что женщины из-за груди неправильно располагают руку, располагают ее выше, чем на самом деле сердечный центр. Then you put your right hand over the left hand. Правую руку положите сверху на левую. And with your mouth, with your both lips, you make the shape of a boar. You know the animal, the boar, the big wild pig, boar. Okay. Губами вам нужно сделать форму как у кабана. Like a little tensed in the lips, like. Небольшое напряжение в губах. Посмотрите. Yeah. That's the shape of a boar. Вот такая форма. And you breathe as a cannon fire in and a cannon fire out, but not too fast, and using the cheeks. И вы используете пушечное дыхание, но не слишком быстрое, используете щеки при этом. With the hands. Расположите руки. And have pressure on the lips, like you're pulling them a little bit in, no? You tighten the lips. Сохраняйте напряжение в губах, как будто бы вы их напрягаете и притягиваете к себе. Strong like a cannon you breathe in, and strong like a cannon you breathe out. Очень мощный вдох и очень мощный выдох. If you start coughing, that's okay. It's part of the process also to release the things you need to release. So just cough or sneeze. Don't stop. Если вы начнете кашлять или чихать, это нормально, это может быть частью вашего процесса. Не блокируйте это. Это поможет вам освободиться, отпустить те вещи, которые вам нужно отпустить. Do it strongly, with passion. You're trying to crack open a crisis that exists in you. Дышите очень мощно, поскольку в этой крии вам нужно сломить тенденции к кризисам, которые есть у вас. And it will transform you completely. Это упражнение полностью трансформирует вас. Okay. So keep the pressure on the lips while you're breathing. Сохраняйте давление на губах пока во время вашего дыхания. Eyes are simply closed. Глаза просто закрыты.
It might hurt your cheeks a little bit. Вы можете чувствовать неприятные ощущения в губах и щеках. But try not to go out of that position. Но постарайтесь не выходить из этой позы. The animal, the boar, was also is represented as one of the reincarnations of God. Это животное, дикий кабан, представлял собой также одно из проявлений Бога. Don't worry, nobody sees you. You are in your own house doing it. So make the face really proper. Не думайте о том, как вы выглядите. Вы одни в своем доме и постарайтесь принять правильное положение лица и губ. Cannon fire out and cannon fire in. Strong breath. Мощная, как из пушки, вдох и выдох. Slowly, but strong. Медленно, но мощно. Only 2 minutes more. Всего 2 минуты еще. Like you're pulling your breath and you're pushing your breath. Pull and push like that. Как будто бы вы мощно втягиваете воздух и затем мощно выталкиваете его. Последняя минута. Okay, inhale. Хорошо, вдох. And hold it in the same posture. Keep your lips like that. Удерживайте дыхание, сохраняйте губы и положение тела прежними. Exhale. Выдох. Again inhale. Снова вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Relax your face, but keep your eyes closed and keep your hands in the same posture. Расслабьте лицо, глаза сохраняйте закрытыми и руки остаются на груди в том же положении. Start a slow, deep breathing. Начните дышать очень медленно и глубоко. And feel that under your hands are holding something very precious. И почувствуйте, под вашими руками, как будто бы ваши руки держат что-то очень-очень ценное. As if your hands really feel that they're holding a treasure, which is your heart. So softly be aware that you're holding something extremely precious.
чувствуете своими руками, своими ладонями, какое сокровище они удерживают? Ощущаете свое сердце как настоящее сокровище? Оно ваше и только ваше. Just hypnotically build a ring where your heart is and start sitting there. Загипнотизируйте себя. Почувствуйте кольцо, круг в том месте, где находится ваше сердце, и погрузитесь полностью туда. Make yourself very beautiful and very innocent. Ощущайте себя очень красивыми и невинными. Make yourself an innocent young child that sits in its, inside its own heart. Почувствуйте себя прекрасным, невинным ребенком, который находится внутри своего сердца. Whatever thought arises, you will answer it by saying, I am innocent and I am beautiful. И какая бы мысль ни приходила вам в голову, отвечайте на нее сами себе. Я прекрасна или прекрасен, и я невинна или невинен. Keep on repeating every thought over that thought you say, I am beautiful, I am innocent, I am beautiful, I am innocent. И продолжайте, продолжайте утверждать, я прекрасен, я невинен. Отвечайте этим утверждением на любую мысль, которая... And if a thought happens that is really too strong and keeps on coming back, you say, Ekonkar Guru Prasad, I am innocent, I am beautiful. И если какая-то мысль очень сильна, тревожит вас и возвращается снова, то повторяйте мантру «Экомкар, Садгур Прасад» и затем «Я прекрасен, я невинен». Just totally transform yourself hypnotically in a very innocent being under your heart. Sorry, I didn't hear you well. Repeat, please. Yes, totally in a hypnotic way, transform yourself in an innocent person in your heart. Гипнотизируйте себя. Just transform yourself hypnotically. В гипнотическом состоянии трансформируйте себя. Трансформируйте себя в невинного человека. Just completely by saying this, transform yourself at your heart center, knowing that you are completely protected. При помощи этих утверждений трансформируйте себя и чувствуйте себя в своем сердечном центре полностью под защитой. And you are beautiful. Ekomkar Guru Prasad. That's what it says. Вы прекрасны и вы невинны. Ekomkar Sadgur Prasad. Это все, что вам нужно оставить у себя в сознании. Just transform yourself into the child you were the very first day you were born. Трансформируйте себя в того ребенка, который когда-то появился на свет. Прекрасного и невинного. И оставайтесь в своем сердечном центре.
hypnotically transform yourself in an innocent, beautiful child under your heart. Оставайтесь в этом гипнотическом состоянии и трансформируйте себя в невинного, прекрасного ребенка. Understand that what you are holding under your hands is a child of the Divine Mother. Осознавайте, что то, что вы держите в своих руках, это ребенок Святой Матери. Keep on repeating, I am innocent, I am beautiful. Продолжайте повторять про себя, я невинен, я прекрасен. There is nobody who can hypnotize and transform yourself but yourself. Никто, кроме вас самих, не может вас загипнотизировать и трансформировать. I'm a child of God. Чувствуйте себя ребенком Бога. I'm divine. Святым, прекрасным. Keep on talking like this. Keep on transforming yourself safely under your own heart. Продолжайте трансформировать себя. Чувствуйте это в сердечном центре. And you say, I have the right to sit in my own heart. One more time. I have the right to sit in my own heart. Осознавайте, что у вас есть право находиться в своем сердце. I have the right to sit in my own heart chakra. I am in ecstasy. У меня есть право находиться в сердце. У меня есть право быть счастливым. Transform yourself consciously. To the state of Anand. Bliss, bliss, bliss. Осознанно трансформируйте себя в состояние Ананд. Благословение. Don't question. I am only in bliss. No questions. Чувствуйте себя благословенным. И никаких вопросов не должно быть. Just transform yourself as if you are a majestic queen or king ruling the land of your own heart.
продолжаете трансформировать себя так, как если бы вы были волшебным королем или королевой и могли управлять своим сердцем. Расширяйте свои магические способности внутри своего сердца. И в то же время оставайтесь невинным детем Бога. Без каких-либо сомнений вы можете управлять внутри своего сердца. Нет никаких вопросов, нет никаких кризисов. Вы король или королева своего сердца. One more time, please, I don't hear. Keep yourself close to your heart, keep the process, iconically transform yourself. Оставайтесь в медитации, гипнотически трансформируйте себя. Hare 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 Hare
Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare
Вдох. Hold the breath, and with holding that breath, hold the innocent child in your heart. Задержите дыхание и вместе с задержкой дыхания удерживайте ощущение невинного ребенка у себя в сердце. Exhale. Выдох. Hold it out. Полностью выдохните. Задержите дыхание на выдохе. Inhale again. Снова вдох. As if you are a big bag, fill yourself full of light. И как будто бы и наполните себя светом. Чувствуйте себя наполненными светом. Fill it with soft mood. Очень мягко. And the light, the lightfulness. Наполните себя цветом. Exhale. Выдох. Again. Inhale very deep. И еще раз вдохните очень глубоко. Exhale all the way. Выдох полностью. Inhale all the way. Полный вдох. Exhale all the way. Полный выдох. Inhale, inhale, inhale. И снова вдох, вдох. Exhale. Выдох. And one more time, inhale. И еще раз вдох. Exhale all the way. Полный выдох. And raise your arms all the way up and start shaking. Поднимите руки вверх и начните трясти ими. Start shaking really hard. Shake it out. Растрясите очень сильно. Shake yourself. Shake all the goodness, and that it gets distributed everywhere. Потрясите себя так сильно, чтобы всю позитивную энергию распределить по телу. Inhale and stretch. Вдох и вытянитесь вверх. Выдохните, вытянитесь очень сильно. When you exhale, put your hands in your lap, very calm. И с выдохом опустите руки в пах, очень спокойно, очень расслабленно. Exhale, hands in your lap. Я выдох и опустите паузу. Руки вниз. Close your eyes. Закройте глаза. And observe how much light is happening in your system. И наблюдайте за тем, какое количество света есть в вашей системе. Put your eyes closed on the tip of the nose, and from the tip of the nose go to the tip of the chin. Через закрытые глаза направьте взгляд на кончик носа и затем на кончик подбородка, на точку Луны в вашем теле. И наблюдайте, осознавайте за тем, как ваше дыхание очень расширилось, и оно проникает во все части вашего тела. Feel how when you breathe in, your whole inside of your body, your system can actually expand and contract, as if your whole body is breathing, also your skin. И когда вы дышите, наблюдаете за тем, как со вдохом ваше тело расширяется, с выдохом сжимается, что в дыхании участвует все ваше тело, включая кожу. Take a moment to feel how powerful and how in control and clean you are. И еще на одно мгновение задержитесь в этом состоянии и почувствуйте вашу силу, вашу внутреннюю мощь, ваш контроль над этой силой и вашу чистоту.
start breathing slowly, passing your skin to the outside. Include that too. I didn't understand. Slowly start breathing, including your whole body from the inside, and then slowly start breathing through all of your skin, including the outside. Okay, see. Итак, продолжайте дышать очень осознанно и чувствуйте, как в процессе дыхания участвует ваше тело, ваша кожа. Дышите через вашу кожу и ощущайте свое дыхание даже за пределами вашего тела. Give that innocent child a permanent place in your heart, so it stays there. Дайте вашему этому невинному ребенку постоянное место внутри вас, внутри вашего сердца, так, чтобы он мог там остаться. Slowly return with your awareness to your central channel. Медленно направьте ваше внимание к вашему центральному каналу. When you breathe in, pass your first, your second, your third, all your chakras until the crown of your head. Breathe out. И во время дыхания осознавайте ваши чакры, начиная снизу и вплоть до седьмой чакры. Open your eyes slowly. Медленно откройте глаза. Try to drink good amount of water before you go to sleep, and better not to go out after this meditation. Этих медитаций, пожалуйста, выпейте побольше воды, прежде чем пойдете спать, и никуда не выходите больше. И у вас есть полное право ощущать своего внутреннего ребенка в своем сердечном центре каждый день. It's you. Потому что это и есть вы. It's innocent, and it's a child of God, and it has no crisis. Этот ребенок невинен, он дитя Бога, и у него нет никаких кризисов. It was beautiful meditation, and have a very nice evening rest. Это была очень замечательная медитация, и я желаю вам хорошего остатка сегодняшнего дня. Just like the next coming days, the moon energy and influence will keep on happening, the same will happen with these meditations. The next day, the next few days, the energy of the moon will keep on having its effect, and these meditations also. All right. В последующие дни энергия Луны будет сохраняться на таком мощном уровне, но также будет продолжать действовать эффект от выполненных медитаций. Сложите ладони вместе, вдох. Вдох. Са на Са на Thank you, Дарья.
Thank you, Харинам. Большое спасибо всем.